Це дорослий? Так. А це дорослий? Це дорослий. Кінь пускає. Сейчас мы попробуем показать вам методику подсчета МОЭФ у цепей. Вот здесь у нас мешок садовыми цепями, собранными на одном из наших опытных участков во Львове. Для подсчета, для таких исследований, мы используем только взрослых цепей, достигших половой зрелости. Это можно увидеть потому, что у них полностью закончился процесс образования раковины, и край устья не острый и ломкий, как у молодых, а, как видите, утолщенный, с отвернутыми краями, а внутри с таким валикообразным утолщением, которое называется губой. Почему мы не используем для подсчетов цепей всех возрастов? Казалось бы, это проще. Больше можно собрать материала. Но дело в том, что вот бесполосые цепи, у них раковина, что у молодых, что у взрослых, остается одинаковая, без полос и желтого или белого цвета. А вот у полосатых характер этой полосатости изменяется. Даже полосатые цепи из яйца вылупляются всегда без полосами. Потом постепенно начинают появляться полосы. Сначала третья центральная, потом остальные полосы. Они утолщаются. Через какое-то время полосы могут сливаться между собой. То есть, если мы подсчитаем морфы у более молодых и более взрослых особей, то полученные результаты не всегда у нас будут одинаковы. Вот. Полосы считают стандартно от сверху, начиная сверху, это первая полоса, вторая, третья, четвертая, пятая. Сверху от направления, на последнем обороте их считают, направление от верхушки раковины до того места, где, в принципе, находится пупок. Ну, пупок
у взрослых цепей закрыт полностью обычно. Почему на последнем обороте? Потому что все предыдущие обороты, они частично закрыты последующим оборотом. То есть тут мы видим только три верхних полосы. Нижние, как шли, мы уже не видим, они, это полностью закрыто. Поскольку разные полосы могут сливаться между собой на различном расстоянии от устья, то фактически мы выбираем какое-то определенное место, где мы будем эти фенотипы учитывать. У нас стандартно вот мы берем 90 градусов от устья, то есть вот на этом месте. Как видим здесь, все пять полос, они дискретны идут, поэтому эту морфу мы запишем в табличке формулой 1, 2, 3, 4, 5. Без скобок и нулей. Вот, уже подготовленная, видите, табличка. Вот здесь, скажем, желтая бесполосая раковина будет записана как G и 5 нулей, то есть нет ни одной полосы. Полосатая будет записана, полосатая со всеми, с 5 не с лишними полосами, полосами записывается как 1, 2, 3, 4, 5. Если бы какие-то полосы сливались, то они бы были записаны в скобках. Если какой-то полосы нет, скажем, вместо ее номера ставится 0. Вот. Очень простой метод. Берем поочередно улиток из этого одного мешка и будем перекладывать в другой пустой. Смотрим. Вот взрослая особь. Фенотип 1, 2, 3, 4, 5. Берем табличку, ставим черточку и так постепенно перекладываем всех. Берем следующую, вот желтый фон раковины и ни одной полосы. Берем табличку и ставим черточку здесь. Вот по ошибке, как мы не старались собирать только взрослых моллюсков, на мешок попалась и молодая особь. И посмотрите, здесь вы можете увидеть четко разницу. Края устья у молодой острые, не отвернутые и очень ломкие. Но мы не будем вам показывать, что они ломкие. А у взрослой твердые, отвернутые и с таким валиком губой внутри. Вот, например, у нас уже раковина другая. Тут первая и вторая полосы полностью слились между собой в одну широкую ленту. Таким образом, этот фенотип в таблице мы обозначили вот такой формулой. 1, 2 в скобках. Скобки показывают, что эти полосы слиты. И 3, 4, 5 это уже отдельно идущие, не слитые между собой вот, полосы. Вот тут у нас очень такая красивая темная раковина. Все три верхние полосы, первая, вторая, третья, полностью слиты между собой и образуют такую очень темную широкую ленту. А четвертая и пятая, хотя и широкие, яркие, но разделены четкими светлыми промежутками. Бесполосые цепи тоже бывают разные. Бывают желтые, причем самые разные оттенки, разных оттенков, от очень светлого лимона, такого желтого, до ярко-желтого, медового фактически. И реже у нас встречаются такие белые, даже скорее кремовые раковины. Не следует их путать с теми случаями, когда просто желтые, с желтых слазит верхний роговой слой переостоком, и они становятся, выглядят уже такими беловатыми. А здесь белый сам переосток. Вот так у нас обозначены желтые раковины без полос, белые без полос, с пятью не слившимися между собой полосами.
Вот здесь в скобках 1 и 2 в скобках, это значит, что первая и вторая сверху полосы слиты, а под ней первая и вторая с черточкой, это значит, что они не полностью, частично слиты между собой. И так далее, и так далее. В конце оставили мы немного места для того, чтобы вписать какие-то другие морфы, которые могут встретиться, более редкие. Ну и вот, подведем результаты. В этом мешочке у нас оказалось 177 взрослых цепей, которые мы подсчитали, и вот такой уже подсчитанный результат. Бесполосых у нас 139 оказалось среди этих улиток. Из них 137 было желтых и 2 белых. 25 улиток имело раковины с 5 неслитными между собой полосами. У 10 улиток первая и вторая полосы частично або или полностью сливались между собой. У одной улитки сливалась вторая и третья полоса. У одной и первая, и вторая, и третья, то есть все три верхние полосы слились. И у одной было слияние четвертой и пятой, то есть двух нижних полос. А вот так выглядит рука исследователя после разбора одного мешочка с цепями. Ну, это, конечно, не страшно. Это земля, засохшая слизь. Тут главное механически немного намочить руку и механически какой-то тряпочкой счистить слизь. А уже потом можно хорошенько отмыть руку мылом.